Уважаемые дамы и господа, сегодня хочу представить вам вот такой уникальный шедевр. Это пермобил в корпусе F5. Коляска, конечно, на полном фарше. Вот она в идеальном состоянии. У нее пробег всего лишь 50 с лишним километров. Прошу прощения, 83 километра до 100. Его характерная особенность, то что скорость 12 километров в час, и эта коляска оснащена для человека с тетраплегией, то есть потерей возможности управлять как ногами, так и руками. То есть управление возможно только головой. Но коляска настолько простая в своем исполнении, что эту опцию можно просто отключить. Но здесь все необходимые кнопки, все вот это вот сохранено, то есть все необходимое подключение. И пользоваться ею как вот через обычный джойстик. Есть дубликат джойстика, где вы можете повторить все необходимые опции с помощью такого пульта, ну либо путем нажатия вот этой кнопки вы можете менять все необходимые функции легким движением. Вот. Также есть функция вертикализации, вертикализации с положения сидя, с вертикализацией положения лежа. То есть вы можете встать из сидячего положения, вы можете сначала лечь, потом потихонечку, помаленечку встать. Регулировка подножек не только по вылету, но и по высоте. То есть перед тем, вернее, после того, как вы сели на эту коляску, коляска вас проанализирует, запомнит все ваши необходимые, запомнит все необходимое, то есть ваш рост, и после этого уже примет именно ваше положение. Вот эти подлокотники, они созданы именно для того человека, который будет управлять головой. Вот торчит проводок. Вот, если они неудобны, вот они есть в наличии, просто их можно поменять. Состояние великолепное. Мне кажется, это самые лучшие инженеры, которые могли что-то придумать. Здесь есть все необходимое. Данный экземпляр лучше для шейника не придумали. Это однозначно. База у этого пермобила широкая. Может такой тяжелый человек на ней сидеть, но ее очень легко изменить. Вот ее минимальные изменения. То есть с каждой стороны там по 2 сантиметра можно убрать. И она будет, например, шириной сиденья 40. Давайте покажу по опционалу. Это можно отрегулировать и с помощью джойстика. Это увеличение длины подножек. Классно, да? Смотрите, она поднимается уже с удлинением. Помните такие коляски, где колени вверх торчат? Здесь это полностью исключено.
Лето, жара. У вас очень отекли ноги. Вот это положение идеально подойдет. Сейчас четко работает только одна спинка. Ну, в этом положении, наверное, уже вывалиться можно. Видите, спинка вместе с подлокотниками. И подлокотники сразу же принимают положение, то, которое нужно. Полностью горизонтальное положение, полностью. Ну какая коляска может позволить такое сделать? Они есть, конечно, но в таком качестве, в таком продуманном исполнении их очень мало. Ну вот, только Пермобил этим славится. Другие компании, к сожалению, вот такого идеального сочетания с телом, к сожалению, не имеют. Их память не было. Работать. Меня сейчас, я ходила за билет, меня обыскивали. А, ну это на портнадзоре. Мы сейчас поднимаемся полностью. А у меня нет рамки. Вчера мы подходили, телефоны сломали. Ну это так. Все прям в идеале. Ну вот, например, человек лежит, и чтобы ему помочь, очень удобно, например, вашим близким, да. Вот эту штуку можно убрать, коленный упор, элементарно. Ну здорово, да? В этом положении удобно, конечно, вашим близким. На очень комфортной высоте к вам может подойти ваш сопровождающий и выполнить любую необходимую для вас процедуру. И вот из положения лежа мы прямо встаем. Угол наклона здесь также регулируется, то есть он регулируется уже механическим путем. Мы можем с помощью механических регулировок поднять это колесико, и вот в таком положении коляска будет находиться. Все малейшие там любые регулировки, там есть какая-то особенность тела,
собака убираться хочет. Что? Прошу прощения. Житейские дела тут у нас никто не отменял. Вот. Ну, состояние вы видите. Коляска не эксплуатировалась. Она ее привез для себя человек. Ну, во-первых, у него заработали руки. Во-вторых, ну, у него возникли проблемы со здоровьем. И ему нужны деньги, чтобы этот вопрос решить. Но там ничего, так сказать, ну, ничего глобального, с помощью необходимого лечения, достаточно дорогостоящего, эти вопросы можно решить. Поэтому, да, он спокойно расстается с этой коляской, вот, которая ему принесет финансовую помощь. Вот, ну, друзья, покататься, конечно, на мне не получится. Вот, показал, как мог. Вот, если какие-то вопросы, коляска пока в моих руках, вы можете более подробно их задать. Да, здесь есть все необходимые программы, все это заливается, то есть коляску мы будем программировать под ваши необходимые требования. Вот, так что, если заинтересовало, пишите.